Поклонники Анастасии Заворотнюк стремительно отписываются от аккаунта поддержки актрисы в Инстаграм. Это происходит из-за отсутствия новостей о здоровье актрисы. Ежедневно эта страница звезды сериала «Моя прекрасная няня» теряет около 500 подписчиков, сообщают Седьмой. На ней появляются лишь архивные фото, а последний пост был опубликован почти 2 недели назад. Журналисты предположили, что поклонники сдались и потеряли интерес к актрисе из-за того, что родственники скрывают данные о ее здоровье. По их словам, достоверная информация спасла бы популярность страницы. Почему тишина? Какие последние новости? Невыносимо уже от этой тишины, как себя чувствует Настя? Написали в комментариях аккаунта поддержки. Несмотря на это, фанаты Заворотнюк остаются с нею и желают ей скорейшего выздоровления. Искренне желаем Анастасии здравия и мужества. Настенька, наша любимая Настенька, выздоравливайте. Здоровья Анастасии. Вы молодцы, делаете все правильно. Мы с вами и поддерживаем вас во всем. Печальные новости о состоянии Анастасии появились летом, у актрисы обнаружили рак мозга. Близкие звезды долгое время скрывали подробности болезни, что способствовало возникновению многочисленных слухов. Осенью стало известно, что Заворотнюк перенесла операцию, ее самочувствие улучшилось. В декабре появились новые слухи о том, что Заворотнюк парализовала, якобы правая часть ее тела обездвижена из-за опухоли в левом полушарии мозга. Некоторые пользователи сети же считают, что актриса вовсе ничем не болеет и лишь зарабатывает деньги на слухах о своем состоянии.